Что такое сознание? Это вопрос, на который до сих пор не могут найти ответ современные ученые. Психологи, психиатры, нейрофизиологи и философы. Споры вокруг этой темы продолжаются до сих пор. Например, ортодоксальная психология просто считает, что сознание связано с мозгом человека. И это и есть сам человек. Это ошибочное предположение вводит в заблуждение общество и влечет за собой серьезные последствия для будущих поколений. Так что же такое сознание? Какие исследования проводятся учеными и какие результаты скрываются от мировой общественности? Что о нем знали древние и какую роль оно в действительности играет в современном обществе? Психология и психотерапия «АЛЛАТРА». Раздел 1. Что такое сознание? Ортодоксальная психология изучает только материальную составляющую человеческого существа и связывает работу сознания с функционированием головного мозга. Но по большому счету никто ведь не дал ответа на вопрос, что такое сознание. Мы можем наблюдать деятельность сознания как ветер. То есть сам ветер мы увидеть не можем, но можем наблюдать следы ветра. Следы на песке, шелест листьев, волны. То же самое с сознанием человеческим. То есть мы можем наблюдать работу сознания как мысли, эмоции, как желание. И, конечно же, в головном мозге этого процесса, этой структуры как сознание не обнаружили. Ну, в принципе, это довольно легко понаблюдать любой человек, вот если он понаблюдает за собой, за тем, что у него происходит внутри. То есть не за внешним миром, а просто закроет глаза, расслабится и посмотрит за своими мыслями, настроением, ощущениями. Он может понаблюдать за тем, как это проявляется. Проявляется это очень просто. Поток ощущений, это поток мыслей, воспоминаний, желаний, эмоций. То есть вот этим всем сознание проявляет себя. Одна из точек зрения, которая наиболее близка к физической действительности сейчас, что сознание — это не продукт порождения клеток головного мозга и тому свидетельство комы, наркозы, возможность воспринимать без пяти органов чувств, возможность быть в сознании, когда головной мозг ровная, причем никакие ни глубинные, ни поверхностные структуры, ничего не функционирует, но при этом и даже сердце не функционирует, то есть кровообращение остановлено в головном мозге, а сознание человек сохраняет. Огромные 5-летние исследования проводили в Европе, в Америке, куча фактов. Человек в коме, а он наблюдает за тем, что происходит в операционной, видит людей, потом рассказывает им, кто что делал. Хотя его головной мозг, он ровненькая линия, он вообще не активен был в этот момент. Как? Сознание работало. Каким образом он это воспринимал, если его мозг был отключен? Значит, не отключен. То есть, ну, логично, что... Нет, он был отключен, и это нелогично. Нет, он не работал. Он не мог при помощи 5 органов чувств ничего воспринимать мозгом. Он воспринимал сознанием. То есть на уровне другого, других полей тех же самых он воспринимал. Но не через глаза, не через уши. Иначе бы в его проекционных зонах в коре была бы какая-то активность, верно? Ну да, и он еще... А так не было этого. Они, кстати, похожи, вот эти вот все свидетельства. И по коме похожи, и по операциям, когда человек под наркозом. То же самое. А сознание активно, головной мозг нет. И куча всяких других доказательств, что сознание — это поле, по сути. То есть это поле. И это не электромагнитное поле, потому что когда экранировали человека, электромагнитное поле можно заблокировать. Электромагнитные колебания не будут передаваться там, через экраны, да, определенный металл. А все равно продолжалось и видение без помощи глаз, и передача мыслей на расстояние. То есть все это продолжалось. Поэтому поняли, что это не головной мозг.
и что это связано с полевыми структурами, элементарными частицами. То есть это поле, сознание — это поле. Об альтернативном восприятии информации человеком. В популярной передаче «Смысл жизни бессмертия» академик, профессор Игорь Михайлович Данилов говорит о том, что сознание – это невидимая часть конструкции человека, находящаяся вне мозга. На сегодняшний день, слава богу, уже не секрет. Сознание – это не просто мозг, это гораздо сложнее. И многие нейрофизиологи к этому пониманию уже пришли, работают в этом направлении, но еще их же сознание этому противится. Ну, это дело будущего. А люди способны друг друга слышать и видеть, скажем так, духовными очами и духовным слухом, то есть на уровне чувственного восприятия. Это действительно так. Наука, в принципе, к этому уже близка, но нет еще взаимного согласия в этой среде нейрофизиологов. Там еще хотят видеть в головном мозге источник сознания личности человека, чтобы доказать, что человек — это кусок мяса, что он материален. Это выгодно. Выгодно для управления. Что если человек считает себя телом, ассоциирует себя с телом, если он будет бояться, он будет испытывать страх смерти. Статистика, знаете, какая сейчас? 50% людей психически больны из-за вот этого вот всего крена, который произошел, искусственно был создан через науку в мировоззрении людей. Люди начали себя ассоциировать с низшей животной природой и утратили понимание, кто они есть на самом деле. Утратили понимание смысла жизни, утратили понимание чувственного восприятия, утратили возможность любить, быть счастливыми, развиваться по-настоящему. Из-за этого все эти психические заболевания. Что такое головной мозг? Там общение между нервными клетками происходит при помощи нервных импульсов и химии. То есть это электрохимические взаимодействия. И они имеют определенную скорость. Так вот, вот эти вот процессы воспоминаний, мышления, восприятия, они невозможны на уровне клеток и на уровне передачи вот этих импульсов. Это слишком медленно. То есть это может происходить только на уровне поля, физических полей. Поэтому поняли, что головной мозг, он настраивается, он как бы просто улавливает мысли, но не генерирует их. Мысли не наши. Ни одну из мыслительных операций, которые мы приписываем разуму, до сих пор не удалось прямо связать с какой-то частью мозга. Психика вообще не есть по своей сущности функция мозга, а представляет проявление каких-то иных, нематериальных духовных сил. Петр Кузьмич Анохин, академик-физиолог. Многие, кстати, ученые приходят к этому выводу, что сознание не продукт работы головного мозга, а скорее головной мозг — переводчик информации, которую получает из сознания. То есть он просто перекодирует ту информацию, которая существует на полевом уровне. Просто эти факты не систематизируются, не выдаются, скажем, для общественности. Есть эти работы, но никто это не обнародует. То есть это просто сразу же отбрасывается, и вот, антинаука, и все. Mm-hmm. Вот. Хотя все эти доказательства есть. И причем к этому выводу пришли основоположники таких наук, как нейрофизиология, как нейрохирургия. То есть это даже непосредственные какие-то члены научного сообщества. Нет, основоположники. То есть если я назову... И причем это с начала... Ну, по сути, 20 века происходит. Есть такой ученый, как Шерингтон, например, английский Чарльз Шерингтон, основоположник нейрофизиологии современной. Mm-hmm. Вот он утверждал совершенно спокойно, исследуя огромное количество экспериментов, поставив, причем на очень простом оборудовании, мы только мечтать могли о том, что сейчас есть. Вот он пришел к выводу, что мозг всего лишь воспринимающее и транслирующее устройство, что
Мозг сотрудничает с сознанием, ни в коем случае его не производит. Вот его вывод. А его ученики, такие как Пенфилд, нейрохирург, всю жизнь делал операции на мозге, 1000 их сделал, наблюдал работу мозга. Такие как Экклс. Это нейрофизиолог с мировым именем, лауреат Нобелевской премии. Пришел к выводу, что мозг всего лишь передатчик. Он принимает информацию, перекодирует ее и передает дальше. И он заявил об этом на одном из очень серьезных научных конгрессов. О мозге. Мозг – это посредник между сознанием и миром. Он воспринимает и пытается расшифровать коды, то есть различные сигналы, в том числе поступающие от 5 органов чувств. Но особенно важно отметить, что мозг способен воспринимать и множество других сигналов, поступающих не только из видимого, но также из невидимого мира. Анастасия Новых, «АЛЛАТРА». Наталья Петровна Бехтерева к тому же самому выводу пришла. Это руководитель Института мозга в Санкт-Петербурге. Говорила о том, что раньше она была шокирована, когда Экклс это заявил, что сознание – это поле, полевая структура. Потом ее собственные научные открытия к этому привели. Потому что они исследовали всякие экстрасенсорные проявления, так называемые. И это неизбежно поменяла точку зрения Натальи Петровны. Масса ученых на самом деле это подтверждает. Даже говорят о том, что это явление даже не электромагнитной природы. То есть непосредственно человек может воспринимать информацию из септонного поля. Непосредственно. Сознание – это полевая структура, которую не обнаружили в головном мозге. Человек в обычном режиме восприятия может наблюдать лишь продукты деятельности сознания в виде эмоций, мыслей, активных животных состояний, но не само поле сознания, септонное поле или животный разум. Сознание – не продукт работы головного мозга. И тому свидетельство – проявление сознания, когда человек находится в состоянии комы и под наркозом, а также возможность восприятия без 5 органов чувств. Головной мозг – это приемник-передатчик информации, которую он принимает из сознания, а также из внешнего мира при помощи 5 органов чувств и не только. То есть он просто обрабатывает, перекодирует и реализует ту информацию, которая существует на полевом уровне. Валентин Феликсович Война-Ясенецкий в своем труде «О духе, душе и теле» писал: «Мозг – не орган мысли, чувств, сознания, чувства к действительности жизни. Дух выступает за пределы мозга, определяя его деятельность и все наше бытие». Септонное поле – единое информационное поле. Септонное поле – это основная составляющая всей материальной Вселенной. Это поле есть везде. Оно образует основу любых ныне известных и еще неизвестных официальной науке полей и взаимодействий, материальных объектов, органических и неорганических соединений и так далее. Собственное септонное поле можно обнаружить у любых живых и неживых объектов и явлений. Из доклада «Исконная физика АЛЛАТРА». Как показала практика, можно не только изучать, но и управлять природными процессами, получать точный прогноз природных событий, землетрясения, извержения вулканов, торнадо. Подробнее читайте в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем. Информационное поле, или его еще называют септонное поле, или его еще называют животный разум, вот, это единое поле, которое объединяет в своей основе все живые существа, и не только живые существа, это основа всей материальной Вселенной. В биологии используется такое понятие, как коллективный разум. В психологии – коллективное бессознательное, в метафизике, например, эгрегор. Оно лежит в основе всех видимых и невидимых проявлений, таких как гравитация, пространство, время, все биоэнергетические излучения, все объекты, живые, неживые, макро, микрообъекты. И они все объединены одним большим единым септонным полем, которое, собственно, является вот этим информационным полем. Септонное поле
животный разум. Это самоосознающая, высшая по организации разумная структура материи, которая воспринимает себя живущей в реальном мире. Уникальной структурой септонного поля, его наименьшей составляющей, является септон. Из доклада «Исконная физика АЛЛАТРА». Как проявляется воздействие этой невидимой разумной системы на материальный мир? Почему научные доказательства о его существовании и воздействии на людей утаиваются от общественности? Что говорят ученые об этом едином информационном поле, которое еще в древности называли животным разумом? Разные ученые не подходили уже к этому, только называли это поле аксионным, было такое название торсионное поле, то есть очень-очень, и тоже это поле, и состоящее из элементарных частиц. Сейчас очень много есть исследований интересных по растениям, по бактериям, которые показывают, что действительно есть некое вот это вот общее поле сознания. Хорошим примером в качестве доказательной базы будут являться исследования Клива Бакстера, они еще были в 60-х годах. Клив Бакстер – это ученый из США, он изучал растения и в ходе своих экспериментов установил, что все растения реагируют на эмоции, даже невысказанные намерения человека, проявляют сложные дифференцированные эмоции, да, похожие с эмоциями человека, такие как обида, радость, гнев, страх. После этого запустилась целая волна исследований, в ходе которых ученым пришлось признать, что существует некое все-таки информационное поле. И независимо от того, есть у растений или других живых существ нервная система или она отсутствует, но они способны улавливать излучение более высокоразвитых существ. Вот. Но что лежит в его основе и как это объяснить, на тот момент они не смогли. Ну, слава богу, на сегодняшний день есть такие уже научные разработки, благодаря группе ученых АЛЛАТРА Science, мы можем все-таки проникнуть в понимание, что же все-таки такое информационное поле и как оно работает. Исконная физика АЛЛАТРА дает более глубокое понимание происхождения и эволюции Вселенной. Она открывает новые вехи в области космологии, квантовой физики, космической биологии, гравитационной биологии и биотехнологии, планетологии, физики гелиосферы и околоземного космического пространства, физики космических лучей, внеатмосферной астрофизики. Как говорится, когда имеешь в руках универсальные ключи, знания об основах элементарных частиц, то можешь открыть любую дверь – микро- и макромира. Все на планете Земля, от микро до макромира, живет по своим особенным законам. Но давайте задумаемся, что лежит в основе материальной жизни на планете, что руководит природой и живыми организмами. Взять, например, известный на сегодняшний день эффект сотой обезьяны, суть которого заключается в следующем. В Японии на острове Касима обитала колония обезьян, которых ученые кормили сладким картофелем, бататом, разбрасывая его по песку. Обезьянам очень нравился батат, но не нравился песок на нем. Но вот однажды 18-месячная самка Има обнаружила, что может решить эту проблему, вымыв батат. Она научила этому других обезьян. А когда число обезьян, научившихся мыть батат, достигло 100, все обезьяны, жившие на близлежащих островах, вдруг, без какого-то ни было внешнего побуждения, тоже начали мыть картофель. Создается впечатление, что отдельные особи кажутся как бы частицами некого единого сверхорганизма, а их нервная система и мозг – компонентами общего поля. Септонное поле или животный разум существует, и этому есть множество доказательств. Но это всего лишь программа материального мира. Человек же по своей структуре, в отличие от других существ, населяющих планету, наделен душой, нематериальной духовной составляющей. И что выбирает человек,
существовать в жестких рамках септонного поля или жить ради души, развивая в себе настоящее, глубинное, вечное. Хорошим примером единого информационного поля является также мицелий гриба. Немножко погрузившись в физиологию гриба, мы можем столкнуться с таким явлением, которое многим уже знакомо. Например, кто видел, как выглядит сервер интернета, да, графическое изображение серверов интернета. Вот оно практически идентично, как выглядит мицелий гриба. Он может простираться на сотни гектаров. Ну, к примеру, здесь к слову можно сказать, что самое большое живое существо на нашей планете — это гриб, опенок темный, который простирается на 880 гектар леса. Это все одно единое живое существо. Вот. И вот интересно, что вот эта вся сеть этих ниточек, она проявляет удивительную разумность. Если что-то происходит в одной части сети, то в другой части, ну, как бы это все проявляется. Если в одну часть сети выкинуть, например, органический мусор, то как-то происходит изменение во всей сети, и она начинает перебазироваться вот в этом направлении. Вот. И, ну, как бы те, кто сталкивался с интернетом, могут понять, в наиболее горячих точках, так сказать, где идут пересечения центральных ниточек мицелия, там они укрепляются, усиливаются, туда поступает больше питания за счет менее важных ниточек, которые находятся на более удаленных маршрутах. То есть весь этот живой организм, он проявляет абсолютную разумность, вот, не имея при этом никакого центра управления, видимого нами. Сознание человека – это часть общего поля животного разума, то есть общего септонного поля, которое объединяет, ну как сеть интернет, объединяет все сознания в единое целое. Поэтому все процессы, которые происходят на уровне индивидуального сознания, они тут же становятся доступны всем остальным сознаниям. Если человек испытал какую-то эмоцию, он пришел к какому-то выводу, решению, он что-то узнал, то это становится доступно
абсолютно всей Вселенной. То есть мы все объединены на уровне этого поля, как сеть интернет. Как действует животный разум в человеке? Животный разум так или иначе постоянно воздействует на человека через свое подразделение – животное начало, которое является частью материального мира. В большинстве случаев люди этого даже не понимают. Мысли просто есть, и человек думает, что это его собственность. Людям сложно поймать в себе действия и мысли от животного разума, когда они не знают о своей двойственной природе и, естественно, все это не отслеживают в себе. Вследствие чего проявление воли животного разума они воспринимают как свои мысли, желания, эмоции и так далее. Человек по факту свободен только в своем выборе. Но он не свободен от мыслей, потому что его сознание, наблюдатель, на самом деле их не производит. Он лишь выбирает между двух потоков. Мысли и стимулов от духовного начала, его воли, либо мысли и желаний от животного начала, его воли. То есть человек может выбирать понравившуюся ему или прельстившую его волю и приложить к ней силу своего внимания, которая порождает действие. Вот это и есть ключевой момент выбора человеческого. Анастасия Новых, «АЛЛАТРА». Опять-таки сознание, да, мы берем сознание. Ведь сознание, оно есть везде. А давай посмотрим на тот же муравейник. Насколько все слажено. Один муравей, ну какой ничего у него там мозг? Ничего не представляет собой. Ну, есть хитрые муравьи, которые выполняют функцию. Но что им движет? Да, тем же муравьем. Коллективный разум. Значит, есть разум. Есть некое сознание, которое над всей популяцией управляет. Есть такое же сознание общее, скажем, и в глобальном масштабе, и у нас здесь, скажем, на Земле, которое отводит людям, и у каждого человека, оно, пусть оно как секвестрик от общего, он индивидуальный, но это сознание. И в принципе это инструмент, которым мы должны пользоваться. Mm-hmm. Да? Это как бортовой компьютер нашего автомобиля, которым мы пользуемся. Не он нам диктует. Но иногда получается так, а в настоящее время в нашей жизни сейчас бортовой компьютер нам диктует, как нам жить, как нам ехать и куда нам ехать. Mm-hmm. И он нам навязывает вот этот шаблон живой, что мы есть часть автомобиля. И с автомобилем мы уйдем. Но бортовой компьютер может ли, скажем, оценить, какой бы он умный ни был, сверхсовременный, твои духовные потребности? Нет, конечно. Конечно, нет. Он будет ограничен своими возможностями, так же, как и ограничен наше сознание, и тем более ограничен наш мозг. Хотя мозг и сознание — это вещи разные. Мы уже об этом немножко упоминали, и слава Богу, что есть такое уже понимание. Видишь, уже прорыв идет. Даже с помощью нашего ума можно прийти к пониманию, что есть и другой мир, а не только это. Раздел 2. Познаем и исследуем сознание. Кто я? У человека есть духовная составляющая, у человека есть материальная, скажем так, составляющая. Ее можно назвать животная часть. К материальной части что относится? Тело человека и сознание. Да, это полевая структура, это поле, но это все равно материально оно. Эго — это часть сознания. То есть это самоописание, это продукт деятельности сознания, это структура самоидентификации сознания. То есть эго, оно, вот вся совокупная деятельность сознания, мышление, память, восприятие, представление, ощущение, в общем, все-все-все, оно порождает вот это эго. С его шаблонами, с его определенными целями, мотивами и так далее и тому подобное. И есть элементы из духовного мира. Душа — это частичка из духовного мира с огромным потенциалом, так как врата в духовный мир. И вот эта частичка, которая называется личность или дух. И вот это то, что называли высшее я, истинное я.
Когда рождается ребеночек, мы помним, что на восьмой день входит душа в тело. И на восьмой день активизируется как сознание, так и личность. Сознание и личность обладают способностями к самоидентификации. А что такое, скажем так, продукт самоидентификации сознания? Это наше эго. И в психологии эго часто путают с личностью. Эго считают личностью. То есть, это когда говорят о личности, то говорят, по сути дела, об эго. Эго – это описание. Ну, например, я, Таня, живу там-то, такая-то у меня профессия, такое-то семейное положение. То есть, это история о себе, которую создает наш ум. Но эти роли, статусы и качества, они могут меняться, могут утрачиваться. Например, мы теряем возможность работать по какой-то специальности. Мы же от этого не перестаем существовать. Мы можем узнать что-то новое, научиться чему-то другому. Тут проблема не в описании в этом, а в нашей привязанности к нему. То есть, когда мы начинаем себя считать вот этими мыслями, вот этими словами, вот тут все проблемы происходят. Потому что человек теряет что-то для себя важное, что-то для себя ценное. То есть это описание, оно не имеет отношения к настоящей личности человека. Личность – это кем ощущает себя при жизни любой человек. Тот, кто совершает выбор между духовным и животным началами. Анализирует, делает выводы, накапливает личный багаж чувственно-эмоциональных доминант. Из книги «АЛЛАТРА». Личность каждого человека – это часть Святого Духа, чтобы было понятно, да? А душа – это часть мира духовного. А душа может носить самостоятельно такой вот характер, как, или ну, индивидуальность какую-то, как некое существо, да, разумное? Нет, не может. Не может. А личность – это уже существо, которое разумное, которое действительно… А этим наделен только Дух Святой, вот, по воле Бога. Поэтому его часть есть везде. Почему все люди братья? Личности, чтобы себя идентифицировать, важно получить опыт соприкосновения с духовным началом, то есть с душой. То есть вот, вот почувствовать вот эту связь. То есть понять, что я есть, это только вот так. То есть личность, по сути, это присутствие. Описать ее никак по-другому нельзя. Личность наблюдает, созерцает. Дух. Тот, который говорят дух человеческий, это и есть, как мы уже говорили, то, что называется личностью. А ум, то есть сознание, это как раз и есть та часть от противоположной стороны, заведомо мертвая. Поэтому я бы не путал. Дух он вечен. А сознание временно. Ум временно. А сознание нам навязывает, как, какими быть, как жить и куда идти. Желание навязывает, мысли навязывает, эмоции навязывает. То есть я ж просто к чему? Сознание нужно, но у него свое место есть. Сознание — это хороший слуга, но плохой хозяин. В момент, когда личность входит в человека, скажем так, она входит уже в готовый сосуд. И не секрет, что на восьмой день от рождения. И до восьмого дня человек — это ну, просто автомобиль без программы и без водителя, скажем так. На восьмой день в него включается уже осознанно программа, потому что у него сел водитель, он активирует это все. Поэтому и получается, что водитель, он должен, скажем так, осознать, что он водитель. Он не часть бортовой системы, и он ни в коем случае не колесо. Проявление сознания. Человек дуален. И доминирует в этом материальном мире то, что большей частью преобладает. А что преобладает в материальном мире? Материя. А так как человек — это часть природы, часть этого мира, сознание у него материально, естественно, он будет стремиться выживать. А процесс выживания в мире зверей, он такой. Хочешь лучше и мягче спать — обману, хитрее, побеждай. Хочешь пожирнее, послаще кусок —
обманывай, хитри и тому подобное. Разве не так? Так. А как себя эго проявляет? Оно стремится к чему? Эго уже, да, эгоцентризм сразу мы. То есть я самый важный человек во Вселенной, весь мир существует для того, чтобы удовлетворять мои потребности. То есть и другие люди тоже. А теперь представьте, таких самых важных 7,5 миллиардов. И мы хотим, чтобы не было конфликтов. Вот вам проявление эго. Дальше. Все стремятся доминировать, то есть управлять другими. Родители детьми, жена мужем, муж женой. То есть все как-то хотят свое подчеркнуть превосходство над другим по разным признакам, по интеллектуальным, по внешним, по духовным. А в животном мире то же самое. Вот доминирование — это оттуда. Желание показать себя, что я круче, я сильнее, я красивее. И второй момент — это потребительское отношение. То есть брать то, что хочу, и стремиться к этому. И отбиваться от тех, которые мне это мешают. Вот, стремление к удовольствиям. Вот поэтому называется низшее животное я. Оно полностью соответствует. Но у человека есть еще что-то большее, чем сознание. Вот есть же в вас тот, кто может за этим всем понаблюдать. И вот этот наблюдатель во всех древних духовных традициях и философских системах, его называли истинное «я» или личность человека. Личность знает, что в ней бесконечный потенциал, и что в другом точно такой же потенциал. И она себя чувствует абсолютно на равных с любым человеком. И не стремится ни над кем возвеличиваться. Просто одно дело, когда мозг доминирует над личностью, тогда масса проблем. Когда личность становится свободной, в первую очередь, от диктатуры материального мира, все становится на свои места. Понимаешь, это как в анекдоте. Когда встречаются двое знакомых, ну, друг друга давно не видели, один второго спрашивает: слушай, говорит, вот у меня, говорит, всегда был вопрос к тебе, говорит, ну, как ты, говорит, можешь быть все время спокойный, радостный, такой удовлетворенный жизнью, говорит, ведь столько проблем и тому подобное. Он говорит: ну как, говорит, я просто с дураками не спорю, говорит, никогда. Он говорит: ну это же невозможно, так же жить нельзя, говорит. Ну нельзя так нельзя. Что бы с нами ни произошло, что бы с нами ни случилось, все зависит от того, как мы к этому отнесемся и как мы это воспримем. Эго, оно связано как раз с эмоциями, с положительными, с отрицательными. Ну, то есть смотрите, если же то, чего мы хотим, осуществляется, то мы испытываем положительные эмоции. Нас мозг вознаграждает положительными эмоциями. Если не осуществляется, то мы испытываем отрицательные. Посмотрите, где это вообще, вот эта структура. Вот здесь это фабрика эмоций, страстей, привязанностей и желаний. То есть если наши ожидания осуществляются, наши желания осуществляются, мы получаем то, чего хотим, здесь вырабатываются положительные эмоции. Если не получаем, то отрицательные. И за счет вот этой всей нейрохимии, вот эта часть нас пытается управлять всей вот этой вот зоной. В действительности они живут прошлым и мечтами о будущем. Никто не живет настоящим. В этом проблема. Почему? Потому что в данном мире, мы уже обсуждали, по-моему, есть только прошлое и будущее. Нет настоящего материи. Оно слишком скоротечно. А в духовном мире там нет прошлого и нет будущего. Поэтому он и вечный, потому что там всегда настоящий. Сознание, оно полностью ориентировано в прошлое. Сознание, нет у него другого времени. Даже будущего у него, кстати, нет. Потому что даже будущее, прогнозы, вот эти планы, человек строит, как он это делает? Вытаскивает из сознания свой опыт, какие-то там предыдущие свои познания и, оперируя вот этим всем, пытается что-то спланировать в будущем. Поэтому наши планы часто неадекватны ситуации. И человеку важно сохранять определенную свободу и гибкость, чтобы эти планы могли осуществиться, эти цели реализоваться на сейчас момент такой. А личность всегда живет в настоящем.
Поскольку это вечная частичка в нас, у нее нет ни прошлого, ни будущего. Может наслаждаться и познавать в настоящем моменте. Вот здесь вот есть ключевой момент. Во-первых, человек — это личность, которая может все видеть, содержание своего сознания, и управлять им своим вниманием. И второе, воспринимать по-другому любую жизненную ситуацию. Может человек, сидя на диване, получить стресс? Запросто может. Может вспомнить о чем-то, вспомнить какую-то обиду, и у него будет стресс. И не нужно никакой внешней ситуации, никакого обстоятельства, только сознание. И задача каждого человека – это всегда была первая ступенька на пути самосовершенствования – стать хозяином своему сознанию, то есть желаниям, эмоциям и мыслям. Защиты Я-концепции. Если человек идет на поводу своего вот этого сознания, своего желания, сознание, оно всегда хочет доминировать и получать удовольствие, ему больше ничего не надо. Ну и чтобы не напрягаться при этом, то есть за счет кого-то. Мы с вами говорили, что эго — это по сути описание себя. Это ответы на вопросы, кто я, какой я, что я хочу, что могу, что мне принадлежит. Человек так себя описал, и это начинает защищать. Все, что в эти рамки не входит, для него опасно, нарушает его стабильность, и он будет протестовать. Ну, например, если я описала себя, что я белая, пушистая, добрая, там, хороший человек, и тут вдруг у меня появляется злость, эмоция такая. Это не вписывается в мою концепцию себя, и я буду это отрицать. Нет, я не злюсь, значит, мне его надо или подавить, этот гнев, и стоять мило вам улыбаться, хотя на самом деле там может все разрываться от этого раздражения. То есть я защищаю свою я-концепцию, я в данный момент искажаю реальность, вру себе и вру вам, потому что вы видите улыбку, а на самом деле перед вами злой, там, раздраженный человек. Все это, чем занимается вообще сознание человека, оно только и делает, бедненькое, что себя защищает тем или иным способом, придумывая все более и более изощренные защиты. То есть это вот такой параноик внутри нас, который находится в боевой стойке ежесекундно, потому что для него все опасно. Все, что не может контролироваться, все опасно. Смотрите, у нас в головном мозге есть такая структура, которая называется миндалевидное тело. Так вот, это миндалевидное тело, оно как спрут, у него есть отростки, связи со всем абсолютно мозгом. И если что-то оценивается нашим мозгом как небезопасное, угрожающее нам, то вот это вот миндалевидное тело, оно за 65 миллисекунд приводит в состояние тревоги, полной боевой готовности весь мозг. То есть, понимаете, мы даже это осознать не успеваем. Оно оценивает, сравнивает ассоциативно с памятью. Это опасно, это угрожает нам чем-то и приводит весь ваш мозг, а значит организм, в состояние полной боевой готовности, тревоги или агрессии. Это связано у животных было с инстинктом самосохранения, чтобы так быстро мы реагировали. Вот есть здесь люди, которые водят машину. И вот если вдруг внезапно кто-то перебегает дорогу, мы что-то делаем, да? А потом у нас уже появляется страх, вот тело как ватное, сердце начинает выпрыгивать. Вот это то, как реагирует вот эта структура. Но у человека парадокс в том заключается, что он точно так же реагирует не только, когда есть какая-то угроза его физической безопасности, а когда есть угроза его убеждениям, мнениям, его, ну по сути, гордыня, его эго. То есть кто-то нас покритиковал, предъявил претензию, и у нас вот точно такая же реакция. Отобрали что-то, опасность, надо защищаться. Поколебали даже взгляды, какие-то мировоззрения, мнения о самом себе. Опасно, нужно защищаться. Как-то соврать себе, чтобы не изменилась картинка, представление о самом себе. Есть угроза нашему эго, это все равно, что угроза нашей физической безопасности. Это сознание, это человеческое сознание. Это единственная структура в живом мире, которая может даже тело уничтожить ради своей спеси. То есть, когда
человек даже готов уничтожить свое тело, чтобы что-то кому-то доказать. Чтобы все-таки вот этим действием, ну, отстоять свою точку зрения и доказать, что он все-таки был прав. Ну, мы понимаем всю катастрофу, если мы это сознание выделяем как основную единицу, как себя. А его продукт самоидентификации или эго считаем собой. Знаете, катастрофа какая? По сути, весь кризис нашего общества из-за этой катастрофы произошел. Потому что мы себя считаем вот тем, что даже не хищник. Потому что с человека, с его развитым интеллектом, с его раздутым эго, никакой хищник ему в подметки не годится. Человек становится таким паразитом, что он может все потреблять под себя. Но если он проявляет себя действительно как личность, живет как душа, тогда все меняется. Если человек понимает, что он свободный дух, что он личность с огромным потенциалом, то он может все эти описания менять как угодно. Ему они не нужны. Профессия, какая сейчас для созидательного действия в обществе нужна, такая и будет. Да? Какая необходима, такая и будет. Вот. Ну, там завершились какие-то отношения. Ну что ж, я была счастлива в отношениях и буду не менее счастлива вне их. Где-то чуть-чуть грустно попрощались, но мы открыты, мы свободны для тех задач, которые перед нами ставит жизнь, новых. Любая ситуация, школа, она чему-то учит. Говорят, Бог разговаривает с человеком на языке жизненных обстоятельств. Школа жизни, она служит для того, чтобы человек стал зрелой личностью, сильный дух. То есть, когда он себя на вопрос «Кто я?» отвечает «Я вечное, свободное, духовное существо с бесконечным потенциалом развития». Сознание потребитель. Мы поняли, что сознание для человека — это в хорошем смысле инструмент адаптации и выживания в материальном мире, то есть инструмент. И инструмент познания этого материального мира в какой-то степени, в своих ограниченных пределах и возможностях. Но по отношению к личности сознание — это хищник. Почему? Сознание, оно потребительское по своей природе. У него у самого никакой энергии нет для жизни. Личность имеет, получает чистую созидательную энергию от души постоянно. От сознания другого выхода нет. И его задача заинтересовать личность, выдать это внимание любым способом. Чтобы получить энергию, нужно получить внимание личности. Поэтому сознание по отношению к человеку — это хищник. Сознание будет все время провоцировать личность человека отдавать внимание. Отдавать внимание, заинтересовывая, ну, чем-то
вызывая желание к чему-то или вызывая определенные эмоции. Вот. То есть, по сути, через вот эту вот сферу желания и эмоции, сознание и эту энергию получает. Что такое эмоция? Эмоция – это зеркальное отражение на искривленном зеркале того чувства, которое должно быть, понимаешь? То есть, получается, сила чувств, она искажается и переводится в эмоции. Конечно, временно существующую. Ни одна тень не может существовать вечно. Сознание проявляет себя программками животного разума. Стремление к самосохранению, стремление к продолжению рода, продление своего генома в будущее. Это тоже самосохранение. Покрасиво. Через потомство. И последнее, третье, стремление доминировать, чувствовать свое превосходство над другими людьми. По любому признаку. Я самая красивая, самая богатая, самая умная, самая духовная. И любым способом нужно это доказать другим. Все программки эти, какую они цель преследуют, какой у них смысл у этих программок? Одна цель и один смысл – получить энергию для своей жизни. Если человек, он не развивается духовно и не стремится к обрести вот настоящую жизнь, жизнь вечную, как духовного существа, то его сознание исказит вот этот импульс, исходящий от души, стремление к вечности и свободе, и преобразует стремление к продолжению рода, поставит на первый план, на приоритет всей его жизни, рождение и воспитание детей и так далее. Потому что это возникает иллюзия, что я таким образом продолжусь во времени при помощи детей, посредством детей. Поэтому, когда люди ставят перед собой такие высокие цели и живут для детей, как они считают, это духовные цели, на самом деле это всего лишь программа животного разума, направленная на продолжение своего генома в будущее. И вот заметьте, вот когда в обществе утрачиваются духовные ориентиры, когда человек забывает, зачем он живет, всегда идет культ детей. Дети становятся самым важным, ценностью номер один тогда. Человек забывает, что он развиваться сам сюда пришел. Вот, то есть, ну, я не говорю о том, что этого делать не надо, просто тут задача другая. То есть, если мы при помощи детей хотим продолжиться, пусть даже на неосознаваемом уровне, по такой программке сознания, то что мы делаем, по сути? Мы просто реализуем программку животного разума. А вот если мы создаем условия для духовного развития личности ребенка, тогда мы действуем как духовные существа и будем помогать становлению именно личности ребенка как духовного существа. Сознание, оно постоянно все стремится дробить и разделять все. То есть любую информацию, как это в нашей жизни проявляется. Ну, к примеру, вот человек в любых условиях, где бы он ни оказался, в кабинете, в рабочем, в поезде, он тут же начнет какие-то границы, отграничивать свое пространство, метить территорию. Вот это вот мое пространство, это моя территория. Вот. В транспорте, где бы он ни оказался, он тут же будет разделять вот эти внешние метки ставить, как любое животное. Животное делает то же самое. То есть это отделенность. Отделенность от всего остального. Я отдельно от Бога, от духовного мира, я отдельно от других людей. Теряется связь с духовным миром, то есть вот теряется чувствование себя как вечного духовного существа. Дальше уже срабатывают все остальные шаблоны. Если ты отдельный от вечности в себе, да, то появляется страх. А из этого исходя, все внешнее по отношению к тебе становится либо
желаемым, либо опасным. Если я отдельно, то взять что-либо могу, присваивая себе, да? Отсюда вот вам потребительство, желание управлять и доминировать постоянно. То есть у меня внутри тут ничего, я могу только извне принимать. Материальные дары, там, статусы, уважение, любовь, внимание. Я все могу получить только из внешнего. И отсюда для эго внешнее становится на первом месте, а внутреннее уходит на последнее место. Ну и все отсюда уже эмоции связаны. Все страхи, по сути дела, которые у человека возникают, они связаны с вот этим вот моментом. Я уже не вечная, то есть смертная. Мне надо как-то выжить среди других, чувствовать себя лучше, значимее, чувствовать собственное превосходство над всеми другими, тогда у меня больше шансов выжить, как часть системы животного разума. И то есть вот этот вот эгоцентризм и доминирование, оно вот производное, по сути, того, что человек утрачивает чувствование себя, вот этого единства с другими людьми и, с, самое главное, с Богом, с духовным миром. Вот представьте, у вас внутри вот идет естественный поток, как речка вот льется, и этот поток никогда не прекращается. Именно поэтому вы живы. Вы живы, потому что этот поток есть, и он течет непрерывно. Но потом мы берем сами, выходим из этого потока. Ну что нам надо сделать? Просто вернуться туда. Поток никуда не делся. Мы вышли. Сознание — это часть мира материального, поэтому оно лживо изначально. Но то, что внутри человека, оно никогда не лжет. Тот духовный, внутренний потенциал, он в действительности огромен. Личность обладает колоссальной силой, которая способна преодолеть все попытки сознания каким-то образом поработить личность. Ну, опять-таки, если будет на то стремление самой личности к истинной свободе, если оно не будет удерживаться иллюзиями сознания за этот трехмерный мир. Все просто. Раздел 3. Как выйти из-под рабства сознания и обрести настоящую свободу? Механизм зарождения чувств. Смотрите, все очень просто. У человека есть идущее от души одно единственное чувство. Ближе всего для нашего сознания понятно это через слово «любовь», «единство». Вот эта вот устремленность, связь единства с другим человеком, с Богом, по сути, со всей Вселенной. Вот это вот есть импульс чувства от души. Человек рождается, и он в контакте с этим источником. Он имеет связь с этим источником. Его ничему не надо учить. Он знает, что это такое. Это естественное состояние человека — быть в счастье и быть в любви. Мы так должны жить. Это наше. Жизнь должна приносить только удовольствие. Жизнь не может давать разочарование, ибо это не жизнь. Жизнь не может быть плохой и не может огорчать. В этом смысл жизни. Жизнь — это радость, это любовь. Настоящая любовь. И настоящая жизнь, я имел в виду. А существование, оно всегда с кучей проблем. Потому что это и есть существование. Оно временное и ограничено. Если вы копнете глубже в любой процесс, то в его основе будет лежать любовь.
а потом она уже искажается, преломляется нашим сознанием. И вот здесь мы с вами возвращаемся к истоку. Вот это единое глубинное чувство является истоком, оно как, знаете, как через призму солнечный свет, который разлагает на много-много разных цветов единый белый свет. Да? Ригден. Первичный толчок любого чувства идет от глубинной силы, которая исходит от души. Так как душа является очень мощной частицей из нематериального мира, у нее всегда один вектор движения, одно желание – вырваться из этого мира и перейти в свой мир, который люди называют духовным миром, миром Бога. При возникновении такого глубинного чувства наш материальный мозг начинает реагировать на эту силу и, соответственно, через сознание трактовать эти чувства по-своему. Этот процесс можно образно сравнить с дисперсией света, когда одна единая волна разделяется на волны различной длины. Сознание с имеющимся накопленным опытом своих ассоциаций – это как та же призма, которая разделяет единую силу, направляя ее на множество мелких составляющих, мыслей, придающих этой силе свой оттенок. Какая доминанта стоит в сознании человека, такой и окрас мыслей, таковы и желания. Мысли от животного начала, благодаря этой силе, иллюзорно делают гиперкрасочными и привлекательными сами желания, то есть, по сути, не соответствующими действительности при их воплощении, поскольку они пусты. Проще говоря, доминирующие мысли, на которых сосредоточено внимание, направляют силу единого глубинного чувства на реализацию желаний человека. Анастасия. Как говорится, сила, она и есть сила. Важен выбор человека, куда он эту силу направляет. Из книги «АЛЛАТРА». Ловушки сознания. Мысли, эмоции, желания. Когда человек отдает внимание вот этим вот искажениям, программам и шаблонам сознания, он чаще всего это происходит при помощи негативных мыслей, которые вызывают, что у нас негативные эмоции. У человека всегда те мысли, которые выбрала его личность. Он вкладывает в них внимание. Потом сознание начинает это крутить. Ну, другими словами, пришла к вам мысль на тему какая-то пугающая. У меня, наверное, оштрафуют, к примеру. Да, там. Смотрите, мысли, которые мы выбираем, они всегда имеют предпосылку. А какая будет предпосылка к этому? Ну, что-то внешнее, да, это раз. А второе — эмоциональное, и желания наши должны этому соответствовать. Тогда мы их выберем. Иначе, если для нас это индифферентно, мы к этому, мы будем это выбирать, эту мысль, и накручивать ее? Нет. Если мы этого не хотим, мы будем ее выбирать. Нам это вообще не интересно, да? То есть обязательно должно присутствовать эмоция, желание, иначе мы эту мысль не выберем. Она для нас лакомый кусочек только в этом случае. Либо если мы боимся, либо если мы этого хотим. А дальше он крутит. Меня штрафуют там настолько-то, настолько-то. Если еще там углубятся в мои промахи, то могут вообще выгнать с работы. И все, и вы уже в панике. Ну, была такая ситуация, у всех бывает. Да? То есть сознание очень быстро накручивает ком снежный, делает из любой ситуации. А вы что делаете? Вниманием переключаете. Вот об этом я буду думать, а об этом нет. Внимание — это есть инструмент личности. Оно направляет лучик туда или сюда. То есть о чем думать, что чувствовать и так далее. Чему уделить, чему отдать энергию? А чему не отдать? Вашу жизненную энергию. А ведь что такое сила, да, человеческая, которая наделяет? Mm-hmm. Сила внимания, назовем внимание, ее так, да. Наделил мысль силой внимания, эта мысль становится материальной, она начинает реализовываться. Правильно? Да. Правильно. И у человека в действительности есть выбор. Вот он может идти вправо или влево, взять одно или другое в руки, слушать кого-то или не слушать. Это его право. Но когда он слушает беса, он наделяет этого беса силой своего внимания. А что такое сила внимания, если мы глянем? Это то, к чему мы прислушиваемся, mm-hmm. то, что мы впитываем в себя, частью чего мы становимся. Правильно? Правильно.
Получается, слушая беса, кем ты станешь? Бесом. Абсолютно правильно. Получается, каждый человек обладает свободой выбора, что ему выбирать, какую сторону, конечно, каким путем, конечно, идти в этой жизни. В этом и заключается. И за эту свободу в действительности люди вьются. Они ищут той свободы, которой наделены изначально. Теперь дальше. Еще есть такая штука, как эмоциональное оценивание. То есть мы все время себя оцениваем. Хорошо, плохо, и все оцениваем. Это нам приятно, неприятно, это для нас добро или зло, это мне приносит удовольствие или это мне приносит страдания. То есть мы постоянно все оцениваем и тоже из-за этого страдаем. И тоже такая есть категория мыслей. Как же нам с этими мыслями справляться? Ну, первое, что нельзя делать, это как-то с ними бороться. Потому что когда мы с ними боремся, то мы им даем энергию. То есть мы их усиливаем, вот эти негативные мысли. От мыслей, по большому счету, можно переключиться либо в конструктивные, созидательные мысли, то есть на решение, да, на расширение вообще контекста, рассмотреть с точки зрения, как это для моего развития, развития моей личности будет, то, что я сейчас делаю. Либо же можно уйти в чувства, вот эти вот самые глубинные чувства. Глубинные чувства доступны каждому. Каждый человек способен открыть в себе с помощью глубинных чувств свет истины, освещающий ему дорогу домой. Как еще может сознание, система животного разума через сознание, свой фрагментик, получить эту самую энергию? Как можно вызвать, другими словами, заинтересованность у личности? Ну, к примеру, заинтересовать чем-то внешним. Да? То есть все внимание, все время держать на внешнем. Или же мысли, которые вызывают у нас какие-то желания. Вот именно желание приобрести что-то во внешнем. Перечисляла материальное благо, статус, власть там, и так далее и тому подобное. Все, что человек желает в этом материальном мире, действительно временно и смертно. Животное начало разнообразно в своих хитроумных уловках. Если человек не разбирается в себе, ему очень тяжело приходится в этой жизни, и еще тяжелее после нее. И дело даже не во внешних условиях, а в выборе человеческом. Жизнь пролетает очень быстро. И самое страшное в существовании человека – это не смерть тела. Самое страшное – когда человек прожил свою жизнь в иллюзорном забытии этого мира и ничего так и не понял. А нужно-то проснуться духовно, здраво взглянуть на реальность, обличить действия животного начала и в первую очередь в себе, перестать быть его проводником. Темноты нет лишь там, где горит яркий свет. Нужно изучить, кто диктует в тебе. Кто тобой манипулирует? В тебе манипулирует. Не с откуда-то там, из телевизора, или с прессы, или еще что-то там, с интернета вылазит. Нет, в тебе. Кто заставляет тебя обращать внимание, вкладывать силу твоего внимания в пустое, ненужное тебе? Всеминутное и бледное. Кто заставляет тебя интересоваться тем, что тебе в действительности не нужно? Кто заставляет тебя думать и переживать о том, к чему ты не имеешь никакого отношения? И зачем? Вот когда ты это понимаешь, изучаешь, а это изучается как раз мозгом. Он сам себя познает и сам загоняется в тупик. А зайдя в тупик, он дает свободу личности.
Очень просто. Просто нельзя лениться. Нужно действительно работать. Очень часто люди задают такой вопрос. Почему я так этого хочу, а не получаю? А людям все равно, и они это имеют. Ну, к примеру, там, я хочу ребенка и не могу его зачать. А людям, которые вообще не заинтересованы в этом, эти дети, ну, естественным образом появляются, и никаких они усилий для этого не прикладывают. Почему так происходит? Очень интересно, потому что если человек этого хочет и не получает, что происходит? У него появляются негативные эмоции. Мало того, что он же стремится к этому, то есть страсть присутствует, еще и негативные эмоции он же не получает. Пока он это не будет получать, а он же вкладывает в это деньги, он же вкладывает в это время, он посещает разных специалистов, никакого результата нет. Вот. Ну и вот, пожалуйста, это замечательным образом он огромное количество энергии, по сути, отдает септонному полю животного разума через работу своего сознания. Вот. А еще есть другой путь. Вот человек что-то очень-очень этого хочет, и он получает. И что дальше происходит? Он, казалось бы, должен быть счастлив. Но счастлив он ровно 5 минут. После этого он боится это утратить. У него появляется страх, а теперь мне надо это сохранить, удержать. И у него вот эта положительная эмоция замещается на отрицательную. Вот такая вот печальная история происходит. И опять человек будет бесконечно долго энергию отдавать септонному полю животного разума. Ту энергию, которая дана ему для духовного преображения. Вот. Но он в любой момент может взять и переключиться. То есть насколько бы он ни был зациклен на каком-то вопросе, насколько бы его внимание не было этим поглощено, он может в любой момент все изменить. Он может отпустить ситуацию, принять ее, если он не может изменить условия, к примеру, инвалидность, или переключиться в общение с Богом. Любовь Божия не оставляет человека даже тогда, когда он о ней забывает. Бог никогда не покидает человека, ибо его любовь, благодаря душе, всегда с ним. Однако человек не всегда хочет принять эту вечную любовь, и часто сокровенное познание ее откладывает на потом, руководствуясь сиюминутными, временными желаниями смертной материи. Но у человека нет этого потом, есть только здесь и сейчас, в котором происходит истинное движение и выбор. Надо только открыться и довериться Богу. Не стоит терять драгоценного времени жизни. Как только началась атака животного начала, стимулирующая чувство одиночества, нужно просто сразу же преодолеть в себе эту приземленную самость и с искренностью ребенка обратиться к Богу, полагаясь на волю Его. Обратиться так, как умеешь, своими искренними словами, мыслями и, главное, внутренним, глубоким чувством, как к самому близкому и родному существу. Когда же человек с чувством глубокого покаяния начинает общаться со своей душой, любовь Божия приумножается в нем многократно. Бог приходит в душу и дает ей мир. Она становится источником неиссякаемой внутренней силы для человека. Она возрождает в нем дух веры, предоставляет возможность осознать полученный опыт и приобрести новый взгляд на свою жизнь. По поводу вот этих еще мыслей. Значит, есть такая
категория мыслей, которая называется ожиданиями. Вот мы постоянно чего-то ожидаем, если это не происходит, то мы расстраиваемся. Так? Поэтому важно исключить привязанность вот к этим ожиданиям, которые у нас есть относительно любой ситуации. А как это можно сделать? Это мы можем сделать элементарно, если начнем рассматривать любой опыт как хороший, обогащающий нас. То есть смотрите, лимбическая система как работает? Сбылись наши ожидания, идет всплеск положительных эмоций. Не осуществились отрицательных эмоций. Так она нас держит под контролем, так она держит нас в рабстве эмоциональном. Если же мы это не туда и не сюда, то есть любой опыт для нас хорошо. То есть вот просто каждый день, что бы ни происходило, найдите в этом ресурс, найдите в этом изюминку, найдите в этом благой дар. Хороший дар, добрый дар для себя. Чему научились? Куда вас подтолкнуло? Что вы в себе раскрыли? Что вы познали? Мы исследователи здесь, ученые, мы занимаемся исследованием себя, мы самопознанием занимаемся. Мы какой-то путь проходим, когда мы учимся, приобретаем мудрость, опыт и знания. Если у нас на первом месте духовное развитие, мы понимаем вообще, что здесь наша личность делает, в каких условиях она существует, и как важен этот выбор, и как важно остаться в сбалансированном состоянии, как важно эту энергию направить именно на то самое главное в своей жизни, то ну разве будет для нас такую глобальную ценность иметь, осуществиться наше какое-то ожидание или нет? А если мы на материальном зациклены, конечно, муж пришел с работы, комплимент не сделал, все, трагедия. А то, что мы взяли и в этот момент, ну просто, можно сказать, сделали несколько шагов назад в своем развитии, это нас не интересует. То есть вот это непонимание, вообще неверно расставленные приоритеты создают все эти проблемы. С мыслями легко, если мы понимаем контекст. Расширяйте сознание, сразу вспоминайте, кто я, что я здесь делаю, какие передо мной стоят задачи. И если я буду дальше думать эти мысли, то куда я иду? Просто уделить этому немножко внимания. Просто посидеть и понаблюдать, как мысли приходят. Как ты влажишь силу внимания, и мысль тебя цепляет. Угу. То есть достаточно сел, расслабился, сидишь спокойно. Простой пример. Угу. И наблюдаешь. Вот вроде бы мыслей нет, но ты не можешь избавиться от них вообще. Их масса. И вот если понаблюдать, то разнопланово их очень много. И одновременно они приходят. Их невозможно успокоить. Ты все время о чем-то думаешь. Но ты ли думаешь? Или это просто как радиоволны, которые идут постоянно, проходят через тот приемник, а тебе достаточно лишь переключать, да? Вот когда ты переключил, mm-hmm. настроился на одну волну, идет одна музыка, на другую новости. Вот это вот и есть вложение силы внимания и активация той или другой программы, понимаешь, не больше. Вот видишь, как все, ну, просто, легко на самом деле. Оказывается, нужно изучить тот мир, оказывается, нужно изучить, кто в тебе думает, кто тебя заставляет принимать те или иные решения, кто в тебе вызывает эмоции, кто управляет тобой. А когда ты понимаешь, что мир дуален, и он двойственен, и это реально, ты начинаешь обретать свободу своей личности. Программы и шаблоны сознания. Сознание — это биокомпьютер, это просто идет программирование, и все. Вот это можно, это нельзя. Есть вот такой образец, вот такой шаблон. Шаблоны формируются к 5-7 годам. То есть уже закладываются определенные шаблоны поведения, мышления, запреты, предписания и разрешения. Если человек не воспитывался в семье и в обществе уже с духовными приоритетами, они приблизительно одинаковые. Как правило, в основе главного крючка, можно сказать, якоря животного начала, который основательно удерживает личность и заставляет быть ее проводником животного разума на протяжении всей жизни, лежит первичный опыт обретения власти над другими людьми. В подавляющем большинстве случаев он основан на первичном сексуальном всплеске. Неудивительно, что основные проблемы у человека возникают в возрасте первичного и вторичного сексуальных всплесков, в периоды 5-7 лет начала формирования личности, 9-13 лет становления личности. И вот тут ключевой момент. Дело не в том, что в таком возрасте у людей просыпается сексуальное желание или еще что-то. Это все естественно для среды животного мира. Тут все гораздо глубже, поскольку за всем этим лежит
Механизм манипуляции, механизм привязки, зависимости и выбором личности программ системы животного разума. Благодаря первичному всплеску и этой силе, животное начало, если оно доминирует в человеке, создает и укрепляет в сознании личности образ манипулятора, наделяя его альфа-значимостью. Таким образом, заключается, образно говоря, сделка между личностью и животным разумом, порождающая своеобразные энергетические сгустки в невидимом мире. В религии их называют негативными духами или демонами. Привязка к ним происходит за счет силы внимания человека и закрепляется в глубине сознания в виде понравившихся ему образов, которые и продолжают доминировать над личностью всю жизнь, пока человек не перестанет подпитывать эти образы своим вниманием. Это не важно, какой из негативных образов порождается. Важно то, что он отбирает у человека силы, время, портит ему жизнь и заставляет страдать. То есть сознание – не что иное, как кандалы на личности, не пускающие его в бескрайность. И оно всегда будет рассказывать и пугать человека миром духовным. Понимаешь? То есть вот оно будет пугать, рассказывать, что на этом пути ты столкнешься с массой проблем. Ты потеряешь все, что ты имеешь. А что ты имеешь? Вот покажи хоть что-то, что имеешь. Назови, скажи, что имеешь. Или пусть хоть кто-то назовет. Ну, многие скажут, дом, машина, дети. Я понимаю. Но заберешь ли ты хоть что-то с собой после Ничего. Смерти? Имеешь то, что не утратишь. А что ты не утратишь? Если ты утратишь даже жизнь. Сознание все время искажает. Вот все время. И вот такие вот понятия, как свобода, власть, оно тоже искажает. Оно сразу же переводит на внешность. Что такое внешняя власть? Это возможность управлять сознанием другого человека. И это самый большой кайф. На самом деле активизация нейронов определенных, которые вырабатывают нейромедиатор удовольствия, максимально, это наибольший всплеск, именно не даже от физической власти, а от возможности вот такой вот тонкой психологической власти, то есть над сознанием другого человека. Поскольку в это время эго просто испытывает невероятное торжество, оно раздувается до максимальных своих размеров. А внутренняя же власть, она связана с самообладанием. Mm-hmm. То есть это прежде всего власть над собой, над своими слабостями, страхами, ну, над любыми проявлениями вот этого животного ума или же животного начала в человеке, над той же гордыней, над тщеславием, желанием признания. То есть вот эта внутренняя власть, она как раз дает человеку такое качество, как силу духа. Вот. И у человека появляется внутренняя опора, и он обретает действительную безопасность. Благодаря этому. То есть он уже не защищается, управляя другими людьми, он защищен. У него есть связь с бесконечным источником силы, энергии, любви. У него он уже обрел вечность, ему нечего бояться.
Он защищен максимально, и исчезает любой страх. А мы в самом начале нашей беседы говорили о том, что именно страх подталкивает к желанию обрести власть, внешнюю власть. То, что касается свободы, то же самое. Но человек не свободен внешне. Мы пьем, кушаем, мы зависим друг от друга. Каждый человек не может делать все. Мы обращаемся друг к другу за советами, за информацией, за теми или иными продуктами или услугами. То есть человек полностью внешне зависим, тотально. Он может быть свободен только в своем внутреннем мире. То есть это только может быть внутренняя свобода. Свобода над тем, какую мысль выбрать, какое чувство чувствовать, какое стремление реализовать. Вот и вся свобода человека. Чему служить? То есть свобода истина — это внутренняя. Власть истина — это власть над собой. А все это, естественно, перекручивается системой и направляется на внешнее. То есть вот этот изначальный импульс, он просто рассеивается на то, что может дать иллюзию власти и свободы. А, как говорится, напротив статуи свободы всегда стоит статуя ответственности. И по-другому быть не может. Вот. И если человек внутренне свободен, и у него есть самообладание, и появляется сила духа, вот эта вот сила, то он может сделать очень много созидательного. И у него, кстати, другого-то и стремления не возникает. Он может действительно помочь другим людям в плане их духовного самосовершенствования, в том, чтобы они сами научились. Вот такой человек стремится дать внутреннюю свободу другому человеку, чтобы он тоже научился этому, чтобы он мог самостоятельно раскрыть свой потенциал и тоже прийти к той же самой силе, силе духа. Все, больше у него никаких желаний нет в этой, по сути дела, жизни. А если человек руководствовался внешней властью и искал внешние свободы, иллюзорной свободы, то, соответственно, и ответственность приходит через действие разрушительных сил по отношению к нему, по отношению ко всем его составляющим, и физической, и энергоинформационной. Ну и, в общем-то, это так или иначе коснется его души, поскольку свободы душа тоже не получит. Благодаря информации, изложенной в книге «АЛЛАТРА», можно четко проследить подмены системой главных ценностей для человека, то есть как животный разум подменяет главный смысл жизни человека на множество целей и задач временного пребывания в этом мире. Можно проследить, как человек на это разменивает вечность, то есть совершает обмен настоящей жизни на смерть.
Настоящая свобода. Свобода может быть только внутренняя. И это свобода от программ сознания. То есть он как личность может не находиться под властью этих программ сознания. А если человек духовно свободен, ну это не мои слова, об этом говорили много и много святых, то посади его в темницу, он будет свободен. А подними его на гору, и он будет свободен. Ну, в общем, что с ним не делай, он все равно будет свободен, да? То есть, как не лишая его свободы, тело его, дух ты не сможешь ограничить. В этом-то и проблема. А у нас сейчас в современном обществе наблюдается как раз нападение на дух человеческий, ограничение духа. У нас все делается для того, чтобы доминировало материально. Убить человеке честь, убить человеке совесть, подменить ее ложными понятиями. И в то же время подбить человека на борьбу за свободу. И человек борется с утра до вечера, с кем? С одним поборолся, с другим борется, с третьим. И всю жизнь будет бороться. Никогда не найдет той свободы, потому что она внутри. Ее нет во внешнем. Настоящая свобода — это та свобода, которая ведет в мир, где нет смерти, где нет боли, где нет страданий. Как сделать так, чтобы сознание было хорошим инструментом для человека? Очень важно сначала не на внешний, как решить внешнюю проблему, а сосредоточиться на том, чтобы себя в порядок привести. Вот это ключевой момент. И вот если человек это понимает, то какая бы ситуация вокруг него ни была, он прежде всего занят этим. Себя в порядок привести. А что значит привести в порядок? Это выйти из-под влияния сознания. То есть наблюдать, что со мной, наблюдать то, что происходит, что навязывается. Я могу наблюдать за потоком мыслей, желаний, эмоций. Я не в них. Это поток реки. Я сижу на берегу и наблюдаю за этим потоком. Это навык, который важно человеку каждый день в себе развивать. Это и есть ежедневная работа над собой. То есть наблюдать постоянно за тем, что происходит в твоем внутреннем мире, и развивать вот это качество, быть наблюдателем. А для того, чтобы человек мог действительно восстановить утраченную связь, утраченное единство с духовным миром, и это интуитивно-чувственное познание и восприятие мира, себя обрести, почувствовать самые глубинные чувства души, для этого важно научиться духовным инструментам, таким как духовное практики. Самое главное, что восстановить вот это единство.
То есть в свое внимание переключить в глубинные чувства, которые постоянным потоком от души направлены к личности. Что такое глубинные чувства? Скажем так, люди не способны понять, что такое мысль. Они видят ее результат, когда влаживают силу своего внимания. Люди не могут понять, что такое глубинные чувства, даже если влаживают силу своего внимания и вызывают, скажем так, поверхностные эмоции, как замена этих глубинных чувств. А глубинные чувства, они зарождаются внутри, из внутреннего колодца бескрайнего, как свежие воды, неиссякаемые эти воды. И чтобы соприкоснуться с теми глубинными чувствами, достаточно лишь открыть внутренние врата. Это прекрасная составляющая, которую не хочется называть ни эмоциями, ни мыслями, словами человеческими, да, в нашем понимании. А все-таки это перевести, и оно правильно переводится, как глубинные чувства, даже с древних источников. Они бескрайние. Бескрайние так же, как тот мир, из которого они исходят. Это соприкосновение с миром Бога, с истиной. И оно не лживо, оно реально. Вот это и есть глубинное чувство. Можно назвать это светом от неиссякаемого источника. Но они есть. И физически их прочувствовать нельзя. А проблема как раз заключается в том, что люди пытаются воспринять их физически. Скажи, можешь ты почувствовать мысль физически? Нет. А почему? Ведь у тебя и целый ворох. И даже выполняя какую-то практику или сосредоточиваясь на молитве, тебе ж мысли отвлекают, мешают. Угу. Почему? Конечно. Ну ты же их чувствуешь? Или ты их не чувствуешь? Не чувствую. Но ты их наблюдаешь? Наблюдаю, да. Ну также люди наблюдают и чувства глубинные, настоящие. Ну, пугаются их свет и загораживают свое сознание тенями, иллюзий. Человек сам закрывает. Обязательно. Вот это и есть глубинное чувство. Это как серебряная нить, связывающая личность с миром бескрайним. Вы сказали, что глубинные чувства находятся за вратами, да? А как человеку открыть эти врата? Просто. Об этом нужно много рассказывать, но лучше прочувствовать. Откройся и почувствуешь. Как и многие сейчас. Ведь это несложно. Приведу простой пример. Он не совсем правильный, но он где-то ассоциативен. Вот закрой глаза и положи руку. Вот яркий свет, да? Угу. Видишь темно? Убери руку. Глаза закрыты, а свет видишь. Есть. А вот даже когда сознание активно, ну достаточно успокоиться и перестать врать себе. Убрать его негодование, злость, эмоцию, которую он напускает. Вот сейчас, прямо сейчас. Ага. И вот просто погрузиться своим, вот силу внимания, погрузить в бескрайность. Вот каждый человек чувствует, что в нем внутри где-то есть бескрайность. Вот сосредоточиться на этой бескрайности, и ты увидишь, что эта бескрайность полна, она не пуста. Это не пустой колодец, а это неиссякаемый колодец живых вод. Все начинается с самого человека. Вот что он выбрал для себя, тем он и будет. Куда он вкладывает силу своего внимания, то и реализуется. Если человек хочет обрести духовную свободу, он ее обретет. А если он хочет оставаться рабом, он и останется рабом. Жить или умереть выбирает человек сам. Благодарим всех волонтеров международного общественного движения «АЛЛАТРА» из разных стран мира, которые участвовали в создании данного фильма. Международное телевидение «АЛЛАТРА ТВ». Официальный сайт allatra.tv.